Дорогие участники, добрый вечер. Спасибо, что подключились на наш вебинар. Сегодня у нас в гостях представитель университета ГИЗМА Рената. Рената, даю слово вам. Можете уже подключать свою презентацию. У вас есть доступ. Всем добрый день еще раз. Спасибо большое, Бек, что меня представили. Меня зовут Рената. Я являюсь директором по развитию бизнеса в СНГ от компании ГИЗМА Business School, вернее, учебного заведения ГИЗМА Business School, которое находится в Германии. И сегодня расскажу кратко о наших программах, что мы предлагаем, обучение на каких языках у нас есть и так далее. Пока остановлю видео, чтобы было удобнее, и сделаю демонстрацию своего экрана, чтобы вы могли увидеть презентацию. Скажите, пожалуйста, если вы видите мой экран сейчас с презентацией. Да, мы видим ваш экран. Угу. Ну и так, начнем, собственно, с того, что ГИЗМА Business School – это высшее учебное заведение, которое находится в Германии. И на данный момент Германия является одним из самых популярных направлений среди иностранных студентов. Этому, конечно, есть ряд причин. И очень важно отметить, что в период даже пандемии в 2020 году очень у нас было много студентов, которые продолжили учиться онлайн. И в 2021 году с открытием границ количество иностранных студентов, оно, конечно же, увеличилось в разы. Собственно, почему стоит выбрать Германию и почему стоит учиться ехать именно туда? Во-первых, Германия предлагает бесплатное образование на немецком языке в государственных вузах. Эту информацию, наверное, много кто из вас знает. То есть студенты, иностранцы наравне со студентами немецкими могут бесплатно получить обучение, вернее, образование в госвузах, в магистратуре, либо на бакалавриате. Единственное условие – это хорошо сдать экзамены и учиться на немецком языке, то есть иметь уровень минимум B2. Для поступления. Ну, конечно, для тех ребят, которые не рассматривают обучение на немецком и хотят учиться на английском языке, также есть возможности, потому что в Германии множество частных университетов, которые предлагают полностью англоязычное образование, в том числе и ГИЗМА Business School, у нас есть программа бакалавриата и магистратуры полностью на английском. Кроме того, Германия – это одна из самых качественных, наверное, стран по уровню обучения. Здесь очень классно учиться на инженеров, медиков, и в последнее время очень стал развиваться бизнес. Допустим, Берлин на данный момент считается столицей европейского бизнеса, поэтому бизнес-программы, программы менеджмента, маркетинга, они очень популярны. И также их можно учить как в гос, так и в частных университетах. Кроме того, Германия является одной из самых лучших стран в мире для проживания, по версии ООН. И студентам достаточно легко здесь остаться после окончания университета. То есть студенты могут на полтора года остаться, искать работу, в отличие от множества стран, откуда нужно уехать сразу после окончания учебной визы. Как я говорила, в Германии очень развивается в последнее время бизнес, стартапы, project management, такие программы, как cyber security. И эти программы мы можем предложить в ГИЗМА Business School, поскольку все наши специальности, все наши программы разработаны с таким учетом, что студент после окончания университета может устроиться на работу в какую-то международную компанию, либо в немецкую компанию. Ну и, собственно, перейдем сразу уже к программам ГИЗМА, кто мы такие, чем мы занимаемся. Наша история начинается еще в 99 году, тогда мы открыли свой первый кампус в городе Ганновер, и у нас была только одна программа бизнес-менеджмента. Открыл нас бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, возможно, кто-то о нем слышал. Далее мы стали уже развиваться, открывать наши новые кампусы, заключили партнерство с многими университетами, с которыми мы до сих пор работаем. Допустим, это французский университет Гренобль и два британских университета Кингстон и Улоу, программы которых на нашем кампусе также можно изучать. Но самое важное для нас событие произошло в 2020 году. Дело в том, что мы стали не просто бизнес-школой, а ГИЗМА University of Applied Science. По-немецки это звучит как Hochschule статус, то есть мы стали государственно признанным университетом.
несмотря на то, что мы частный вуз, все наши программы аккредитованы государством, и студенты могут не переживать о том, что диплом будет признан, потому что он будет признан 100% как в Германии, так и на территории Евросоюза и 99% стран мира. На данный момент у нас достаточно большое количество аккредитаций. Вообще, когда вы куда-то поступаете, важно видеть аккредитацию университета, неважно, это будет ГИЗМА, либо какой-то другой университет. У нас есть аккредитация Берлинского сената, Евросоюза и в целом немецкого государства о том, что мы имеем право работать на территории Германии, имеем право выдавать немецкий диплом. Кроме того, у нас много партнеров. Я говорила уже о том, что мы работаем с британскими университетами Kingston и ULOW. То есть для тех, кто хочет изучать магистратуру, у нас есть программы с British Degree, где студент может учиться в Германии и получать британский диплом. Среди партнеров у нас не только университеты, но и множество компаний. Допустим, такие крупные, как Zalando, Bayer, Continental. Мы также работаем с L'Oréal, Nike, компании Porsche. Везде у нас есть студенты, которые после окончания в этих компаниях работают, стажируются или являются их амбассадорами. Кроме того, мы заключили два новых контракта с ведущими компаниями в сфере интернет-шоппинга, скажем так, это Alibaba и Amazon. На данный момент мы работаем с ними не только по стажировкам для наших студентов, но и наши студенты могут дополнительно проходить у них обучение и получать сертификаты от компании Alibaba и Amazon. Об этом расскажу чуть позже. На данный момент у нас 4 кампуса в Германии, в городах Берлин, Ганновер, Гамбург и Потсдам. Берлин – это, конечно, мегаполис, вы все об этом знаете, очень большой город. Сюда больше едут у нас студенты-магистранты учиться, студенты старшего возраста. В Ганновере у нас прекрасная языковая школа, где студенты могут выучить немецкий язык и в дальнейшем поступить в государственные вузы и студент-коллеги в Германии с нашей помощью. В Гамбурге у нас также магистерская программа, и сам по себе он город достаточно инженерный, то есть здесь множество заводов, есть завод по производству всеми нам известного бренда Airbus, он находится в городе Гамбург. Потсдам – это также город близ Берлина, здесь у нас программы бакалавриата и магистратуры на английском языке. И как раз-таки хотелось бы начать с нашего нового кампуса в городе Потсдам, поскольку открыт он был в прошлом году, абсолютно новый, очень красивый, всем студентам нравится учиться. Находится он напротив Центрального парка. Сам город Потсдам находится в 40 минутах езды от города Берлин. Очень удобно добираться из Берлина на машине, на такси, либо на электричке, которая ходит каждый час. И здесь как раз-таки есть программы для наших студентов бакалавриата. То есть студенты, которые хотят обучаться на английском языке на программе бакалавриат, они могут обучаться в Потсдамском кампусе. Кроме того, как я говорила, я не знаю, если здесь есть ребята, которые интересуются магистратурой, но я об этом также упомяну. У нас есть партнеры, наши британские университеты ULOW и Kingston, то есть студенты-магистранты могут выбрать программу с получением диплома не от ГИЗМа немецкого, а от наших британских партнеров Kingston или University of Law. Кроме того, мы работаем с Grenoble École de Management, это французская школа менеджмента. Те студенты, которые хотят получить French degree, для них тоже есть две программы на выбор. Но основные наши программы на данный момент – это GISMA Hochschule, то есть диплом от GISMA Business School, немецкие, обычные, нормальные дипломы. Здесь у нас две программы бакалавриата на английском языке и 4 программы магистратуры. Здесь в чате просто… Требуется ли знание немецкого языка для поступления? Если вы имеете в виду англоязычные программы, то нет. У нас обучение полностью на английском идет. По немецкоязычным программам я расскажу чуть позже. Так, программы сейчас у нас на данный момент абсолютно все проводятся как онлайн, так и
blended learning, то есть сначала онлайн, и после вы можете приехать на кампус. И также на кампусе у нас проходят абсолютно все программы. А должна отметить, что все 4 кампуса у ГИЗМа на данный момент открыты. Студенты приходят именно на кампус учиться, то есть нет обязательных онлайн-уроков, поэтому проблем с выездом и обучением на кампусе в данный момент нет. Так. Ну и чуть детальнее расскажу о наших программах на английском языке. Для бакалавров у нас есть 2 программы на данный момент. Это International Business Management и Data Science and Digital Business. Для магистрантов International Business Management, Leadership for Digital Transformation, Data Science и Global MBA. Бакалаврские программы у нас полностью на английском языке и обучение 3-летнее. То есть бакалавриат составляет 3 года, и студенты из стран СНГ, и в том числе из Казахстана, могут поступать сразу на первый курс бакалавриата без подготовок, без foundation, без студенколлег. Но есть одно условие. Студенты из Казахстана должны для этих программ предоставить помимо своего аттестата сертификат о сдаче ЕНТ. К сожалению, это требование, и требование это для большинства частных университетов Германии. Сертификат ЕНТ должен быть обязательно предоставлен. Не нужен очень большой балл, мы принимаем балл, который признан проходным в Казахстане. Если говорить про языковые требования, для бакалавриата у нас требуется IELTS от 5,5 баллов и выше. Но кроме того, мы принимаем TOEFL, либо тест, сейчас есть очень удобный онлайн-тест Duolingo. Вы можете предоставить его. Ну и если вы учились в какой-то международной школе, допустим, на английском языке, можно будет также предоставить справку, что обучение полностью прошло на английском языке, мы ее примем как вместо языкового теста. Кроме того, студенты бакалавриата у нас сдают внутренний экзамен. Как только вы получаете conditional offer, то есть письмо об условном зачислении, вы должны будете пройти онлайн вступительный экзамен на программу бакалавриата. И он составляет всего 2,5 часа. То есть в течение 48 часов вы должны пройти по ссылке и в течение 2,5 часов завершить тест. То есть его нельзя будет сделать один компонент, потом вернуться. Нужно будет сразу его сдавать. Тест включает в себя английский язык, математику и логику. В принципе, он несложный. Ну, честно говоря, у меня не было студентов, которые завалили этот тест. Но есть градация. То есть, если студент набирает меньше 40%, в этом случае мы студента не можем принять на программу. Если студент набирает от 40 до 50%, в этом случае вам дополнительно назначается интервью с преподавателем на английском языке. Если интервью пройдено хорошо, но баллы теста невысокие, в этом случае вам придется взять еще foundation программу, то есть обучение увеличится на год. Если же студент набирает больше 50%, в этом случае вы можете быть сразу приняты на программу без foundation сразу на первый курс. Есть вопросы по бакалаврской программе? Вы можете написать в чат. Окей, вопросов нет. Для тех, кто интересуется магистратурой, магистратура на английском языке у нас годичная, но для тех студентов, у кого 3-летний бакалавриат, например, это студенты, которые учились в Европе, да, где-то, магистратура будет 2-годичная, к сожалению. Для мастера нам нужен IELTS от 6.0 и выше, также мы принимаем TOEFL, либо Duolingo тест. Так, здесь еще вопрос, да? Пока вопросов нет, окей. Десятый, наверное, 10. У кого-то включен микрофон. Я извиняюсь. Можете продолжать. По поводу прайса, да, на эти программы, сколько же это стоит? Бакалаврская программа у нас стоит 10 500 евро в год. Магистерская программа у нас стоит 15 500 евро в год, но у нас предусмотрены стипендии для студентов в размере от 20 до 30%.
Каким образом студент получает стипендию? То есть после того, как вы условно зачислены, вы подаете заявку на стипендию, пишете мотивационное письмо на одну из выбранных тем. То есть у нас несколько тем на выбор. Вы пишете мотивационное письмо, и на основании этого академическая команда выдает вам стипендию. И, соответственно, ваше обучение уменьшается, вернее, плата за ваше обучение уменьшается на 20%. Так, если вопросов нет по этой программе, пойдем дальше. И здесь хотела рассказать немного о фишках программы бакалавриата. Дело в том, что у нас не просто обучение теоретическое, мы сюда включили очень интересный семестр, это будет 5-й семестр программы бакалавриата, который называется Mobility Window. То есть все студенты, которые у нас учатся на бакалаврской программе, у них есть включенный в программу Mobility Window, и здесь есть несколько функций. Первая – Study Abroad. То есть вы можете на 5-м семестре поехать в один из наших партнерских университетов по всему миру. У нас есть партнеры в Канаде, в Британии, в Китае, в Сингапуре, в Малайзии, во Франции. То есть выбрать какой-то кампус и поехать на целый семестр поучиться туда. Либо пройти стажировку, то есть internship от наших партнерских компаний, о которых я рассказывала раньше, да, с кем мы работаем. Либо третий вариант, наиболее популярный среди наших студентов, называется он Career Development Semester. Здесь у студентов есть несколько опций. Да. Во-первых, вы будете писать International Business Project, то есть бизнес-план. Это будет реальный бизнес-план, либо стартап-проект вместе со своим преподавателем, который в дальнейшем можно будет применить после окончания и открыть, допустим, свое дело в Германии. Поскольку в Германии стартап-проекты очень поддерживаются, в том числе и для иностранных граждан. Кроме того, здесь вы можете пройти дополнительные курсы, о чем я уже говорила, от компании Amazon и Alibaba. Это для студентов, которые изучают Data Science and Digital Business. Курсы в сфере Big Data, Cyber Security, Computer Science и IT. Курс будет длиться около 3 месяца, и в конце курса вы получите также сертификат, и лучшие студенты получат возможность стажировки в компаниях Amazon и Alibaba. А кроме того, всем студентам, которые у нас учатся на английском языке, будь то магистратура либо бакалавриат, доступны курсы немецкого языка практически бесплатно, то есть это 40 евро в месяц. Вы можете безлимитно посещать курсы немецкого для того, чтобы выучить его, ну, хотя бы на бытовом уровне. Потому что даже если вы будете учиться полностью на английском, проживая в Германии, немецкий вам понадобится для общения где-то за пределами университета. Поэтому мы студентам предлагаем курсы за небольшую плату. Так, если вопросов нет относительно этих программ, пойдем дальше. Для всех студентов, кто у нас учится на английском языке, у нас работает прекрасный карьера-центр, то есть мы занимаемся помощью студентам. Не может не гарантировать вообще ни один университет, конечно, в мире. Но мы максимально постараемся помочь студентам, чтобы работу не нашли. То есть что мы предлагаем? Да? Во-первых, студент может прийти к нам, попросить помощи в составлении правильного резюме, правильного CV, поскольку в СНГ и в Европе эти вещи немного разные, и наши ребята не всегда понимают, как это правильно сделать. Мы проводим воркшопы, различные тимбилдинги, тематические игры, где студенты могут научиться проходить интервью правильно с немецким работодателем. Кроме того, мы даем вам бесплатный доступ ко всем сайтам, где можно найти работу. То есть в Казахстане это Headhunter, ты можешь там зарегистрироваться и спокойно бесплатно искать. Да? В Германии немного это по-другому работает, то есть есть множество сервисов, но они, к сожалению, платные для соискателей. Студенты ГИЗМа получают этот доступ абсолютно бесплатно. Мы регистрируем всех ребят,
под нашим логином, то есть все студенты получают доступ и не платят за это ничего. Ну и, конечно, каждые две недели студент выпускных курсов получает рассылку об активных вакансиях, которые есть у наших партнеров на данный момент, и могут попросить нас устроить интервью с работодателем. И, конечно же, это ярмарки вакансий, которые проходят у нас раз в семестр. То есть работодатели приходят к нам на кампус, это все проходит в формате выставки, и студенты заблаговременно знают, какой работодатель придет, какая у него есть вакансия на данный момент, то есть возможность подготовиться заранее и пройти мини-интервью на самой выставке. Ну и плюс мы помогаем студентам открывать визу для поиска работы, то есть job seeking visa. После того, как вы заканчиваете университет, у вас есть 1,5 года на поиск работы, но нужно будет получить правильную визу, поскольку ваша студенческая виза уже закроется. И этим вопросом также займется карьера-центр ГИЗМа. Это касается и бакалавров, и магистрантов, которые с нами учатся. Так, вторая наша программа больше заинтересует, наверное, школьников, поскольку программа для поступления в студент-коллегии и государственные вузы Германии. Называется она University Pathway, или кратко мы ее называем UPP-программа. Суть ее в том, что мы готовим студентов для поступления в государственные вузы. Дело в том, что система образования в Германии и в СНГ немного разная. То есть в СНГ мы учимся 11 лет в школе, дальше поступаем сразу в университет. В Германии ученики учатся в школе 12 лет, в некоторых землях 13 лет, например, в Баварии студенты обучаются 13 лет. И, соответственно, чтобы этот год восполнить, иностранные студенты с 11-летним образованием должны пройти программу, которая называется «Студент-коллег». «Студент-коллег» сам по себе государственный, бесплатный. Есть семестровый сбор от 100 до 300 евро в семестр. Но проблема в том, что в студент-коллег студент должен поступать уже с готовым уровнем языка, и минимальный уровень составляет B2. Поэтому мы создали, собственно, программу, которая помогает студентам выучить с нами немецкий язык и в дальнейшем поступить в студент-коллег либо в ВУЗ. Программа вообще делится у нас на две категории, это UPP Student Collect и UPP University. То есть первая, понятно, для тех студентов, которые в дальнейшем поступят в Student Collect. Вторая программа UPP University для тех студентов, у которых есть прямой доступ к университету без Student Collect. К этой категории относятся студенты, окончившие школу с 12-летним образованием. В Казахстане это НИШ. Единственная школа, которая признана Германией 12-летняя. Либо это студенты, закончившие 11 классов в школе, плюс 1 год в университете в казахстанском. То есть у этих студентов есть доступ напрямую поступить в университет сразу на первый курс государственный без программы студент-коллег. Но здесь есть условия. Университет, в котором вы учились 1 год после школы, должен быть признан в Германии. Если этот университет не признан в Германии, вы все равно пойдете через студент-коллег. Так вот, и те, и другие студенты обучаются языку. И максимально, если вы приходите к нам с нулевым уровнем языка, то в студент-коллег вы, вернее, к UPP студент-коллег вы учите 44 недели, то есть с нуля до уровня B2. Если же вы дальше идете в университет, вы учитесь с нуля до уровня C1 и учитесь максимально 48 недель. Программы наши проходят в 2 городах. Это Берлин или Ганновер на выбор. Но, честно говоря, для несовершеннолетних студентов мы рекомендуем Ганновер, поскольку он меньше, безопаснее, такой небольшой академический городок в земле, который называется Нижняя Саксония. Город небольшой, около 500 тысяч жителей, поэтому здесь достаточно спокойно учиться, очень много студентов, много университетов тоже. В Берлине все-таки подороже, ну и в принципе Берлин больше для взрослых уже студентов, для студентов 18-19+. Если же студенту 16-17 лет, конечно, мы рекомендуем выбрать Ганновер. Программа эта у нас начинается абсолютно каждый месяц, то есть в течение всего года, каждый месяц, на каждый уровень у нас есть начало занятий.
Сюда можно поступать не только с нулевым уровнем немецкого языка, но также с уровнем А2, Б1, там, Б2 даже были студенты. То есть мы перед тем, как студент подает к нам документы, проверяем уровень языка через онлайн-тест. Вы записываетесь на онлайн-тест, мы отправляем вам ссылку, проходите его, и дальше уже академическая команда, исходя из ваших знаний по немецкому языку, назначает вам точное количество недель и уровней, которые вам нужно будет выучить вместе с нами. Но если вы приезжаете к нам с нулевым уровнем языка, в этом случае обучение будет, это очень частый просто вопрос, обучение языку немецкому будет на английском. То есть нужно знать какие-то базовые английские слова, какие-то базовые правила, чтобы понимать программу, которая будет вам преподаваться. Здесь студенты у нас учатся 20 уроков в неделю, то есть с понедельника по пятницу. Программа достаточно интенсивная, поэтому один уровень студенты закрывают за 9 недель, то есть это 2 месяца. 8 недель – это чистое обучение языка, и 1 неделя зачетная, где вы сдаете экзамены, получаете сертификат об уровне языка и переходите к следующему уровню на следующие 9 недель. Конечно, длительность программы варьируется в зависимости от уровня языка. То есть, если это нулевой уровень, либо уровень А1, конечно, это будет уже 44 недели. Если вы приезжаете к нам с А2, это будет 35 недель, Б1 – 26, Б2 – 17, там С1 – это будет 8 недель. В общем, и стоимость, и длительность зависит от вашего уровня немецкого языка. Стоимость программы UPP – от 1000 до 8000 евро за программу, опять же, как я и говорила, в зависимости от уровня языка. Если это будет нулевой уровень, то порядка 8000, если это будет уровень там, B2, то 1700-1900 евро. Но у нас есть также скидки на эту программу на данный момент, и для участников сегодняшнего вебинара мы предоставляем скидку 20% на все языковые программы. Кроме того, у нас есть два таких плюса, которые отличают нас от других языковых школ. Дело в том, что многие языковые школы в Германии, они просто дают вам язык, вы вот выучили немецкий, собственно, все. Дальше вы поступаете сами, занимаетесь своими делами сами. У нас, кроме немецкого языка, студенты также готовятся к вступительным экзаменам, поскольку в Studienkolleg есть два экзамена, это математика и немецкий язык. И, соответственно, мы студентов готовим для поступления, чтобы студент смог успешно сдать экзамен, поскольку все-таки это конкурс, и не все смогут поступить. Ну и второй плюс – это University Placement Service, то есть все технические вопросы относительно подачи документов в вузы и в Studienkolleg также лежит на нас. Что это значит? Во-первых, мы помогаем с выбором Studienkolleg либо университета, потому что часто к нам приезжают студенты с нулевым уровнем языка, которые понятия не имеют, куда им дальше идти, в какой город поступать, какой вуз выбрать. Этим мы занимаемся, советуем, исходя из предпочтений студента. Можем посоветовать несколько Studienkolleg либо вузов. Помогаем вам понять, какие документы туда требуются, как их лучше перевести и заверить нотариально. И, конечно же, следим за каждым шагом подачи заявления в университеты, потому что немецкие государственные вузы достаточно придирчивы. И если хоть один документ будет собран там неправильно или какая-то будет неверная информация, они никогда вам не позвонят и не скажут, чтобы вы переделали. Они просто вам откажут. Ну и, собственно, вы никуда не поступили. Поэтому в наших же интересах следить за этим. С каждым студентом работает индивидуальный куратор, который вместе с ним ведет процесс его подачи заявок. Для всех студентов, которые с нами учили немецкий язык, услуга University Placement Service, она бесплатная. То есть она входит в стоимость программы. Обычно документы мы подаем в 5 Studienkolleg, либо в 5 университетов. Перейдем немного к организационным вопросам по поводу жилья. К сожалению, у ГИЗМы ни в одном городе нет своей резиденции либо общежития. Вообще в Германии очень тяжело с этим, поскольку
в основном только государственные вузы имеют общежития свои, но мы студентам помогаем искать студенческую квартиру, то есть и несовершеннолетние, и совершеннолетние студенты совершенно спокойно могут проживать в квартире. У нас есть своя база арендодателей, с которыми мы работаем очень долгое время. То есть после того, как студент получил визу, вы присылаете нам заявку на поиск жилья, ваш билет, и в течение 2-3 недель вам подыскивается квартира под ваше предпочтение. Но здесь важно учесть, что поиск жилья у нас стоит 300 евро. Объясню, почему такая стоимость. Дело в том, что в Германии не так ищется квартира и не так ищется жилье, как в СНГ. То есть у нас мы нашли объявление, позвонили, приехали, посмотрели. Там немного по-другому, то есть арендодатель, он выставляет квартиру свою как объявление и пишет там, в такой-то день я буду показывать свою квартиру. Все желающие приходят, ее смотрят, и в этом случае арендодатель уже сам определяет, кому он хочет ее сдать. Но поскольку студент пока еще находится у себя в стране, он еще не приехал, прийти посмотреть квартиру он не может, поэтому эту роль, эту функцию выполняют наши сотрудники. Они представляются сотрудниками ГИЗМа, поэтому, к сожалению, сервис платный, поскольку нужно оплатить дорогу сотрудникам, да, чтобы они поехали, посмотрели и так далее. Обычно мы ищем квартиры, ну, это такой стандартный запрос, комната на двоих, как shared room in shared apartment, да, не знаю, как сказать это по-русски, то есть комната на двоих, выглядит она примерно вот так, и стоимость ее будет порядка 350 минимально, да, если в Ганновере студент проживает. Если студент хочет комнату на одного, то это будет в районе 450-500. И есть, конечно, запросы от студентов, но это студенты постарше, кто проживает в Берлине, допустим. Недавно у меня студент попросил single room in studio apartment, комната, то есть на одного в квартире в целом. Тогда это будет стоить порядка 700 евро в месяц. Здесь вы можете посмотреть примерные расходы, сколько студент тратит в месяц на аренду, на еду, на покупку учебников, на транспорт. Кстати, транспорт вы можете смело здесь уже прибавлять не 65, а 45 евро, поскольку у вас от ГИЗМа будет студенческий билет, карта студента, и по ней вы можете с льготами, ну, как бы проездной покупать, ездить за 50 евро в месяц на любом виде транспорта. Также телефон, интернет, коммунальные какие-то расходы, страховка медицинская. И в целом можно сказать, что, в принципе, в минимальную сумму, да, до 800 евро можно студенту уложиться в любом городе, в том числе и в Берлине. Это наши студенты, которые с нами обучаются. Здесь есть очень много видеоотзывов. Вы, кстати, можете зайти на YouTube-канал, который так и называется GIZMO Business School на английском языке. И очень много ребят из СНГ, из Казахстана, которые дали свои видеоотзывы. Есть видеоотзывы на русском языке. Можно их посмотреть и узнать об опыте ребят. Есть ли какие-то вопросы относительно программ? Спасибо большое. У нас есть один вопрос. Позвольте, да, я его вам озвучу. Угу. Спрашивают. Можете, пожалуйста, объяснить еще раз систему студент-коллег? Это как восполнение 12 класса, то есть после него можно идти к вам на первый курс? И делает ли ГИЗМа студент-коллег? Да, 12 класс – это и есть, по сути, студент-коллег, но студент-коллеги, они делятся по направлениям. То есть есть 4 вида студент-коллегов – М-курс медицинский, Т-курс технический, В-курс экономика, социология, все, что с этим связано, и G-курс – это полностью гуманитарный курс. Студент-коллег нужен для государственных вузов, если вы планируете учиться в госвузе на бесплатной основе. В ГИЗМУ, чтобы поступить на бакалавриат на английском языке, студент-коллег не нужен. Как я и говорила, вы можете поступать сразу на первый курс. Относительно того, делает ли ГИЗМА студент-коллег, нет, своего студент-коллега у нас нет. У нас есть только подготовка для поступления в студент-коллег. Хорошо, спасибо. Также можете, пожалуйста, подсказать, со скольки лет возможно пойти на обучение немецкому языку к поступлению в студент-коллег? Вообще мы ребят принимаем с 16 лет, не ранее.
16 лет плюс опекунство. В принципе, у нас есть люди, которые готовы взять на себя роль опекуна. Стоимость их услуг порядка 100 евро в месяц. То есть они с вами пойдут разблокировать ваш счет, зарегистрировать вас по месту жительства, поскольку вы несовершеннолетний. Но ранее, чем 16 лет, мы, к сожалению, не принимаем. Хорошо, спасибо. Вот опекуны же нужны не всем до 18 лет, да? Ну, вообще, это не обязательное правило, поскольку даже арендодатель может студента до 18 лет заселить без опекуна. Единственное, чтобы у студента с собой был привезен документ, где родитель дает как бы нотариальную расписку, что он разрешает своему ребенку подписывать какие-то документы, да, заезжать самостоятельно в квартиру и так далее. Но мы всегда рекомендуем брать опекунство, поскольку есть миграционная полиция, куда студент должен прийти зарегистрироваться по месту жительства, встать на учет и получить свою ID-карту, да, то есть вид на жительство. Допустим, в Ганновере иногда, ну как не иногда, а чаще всего миграционная полиция идет навстречу и студентов как бы пропускает, то есть они могут без опекуна, без родителя прийти. Но в Берлине совсем другая история, здесь без родителя либо без опекуна невозможно туда попасть, потому что они просто не примут. То есть нет единого правила, да. Даже в посольстве для одних студентов просят письмо от опекуна, для других не просят. То есть единого правила нет, но мы всегда рекомендуем либо брать опекунство, либо родителю хотя бы на 2 недели приезжать с несовершеннолетним студентом, чтобы уладить все дела относительно его пребывания в Германии. То есть все же с опекуном намного комфортнее. Да, у меня просто были такие вопросы, как если студент несовершеннолетний, ему, возможно, будет трудно открывать банковскую карточку, да, например, которая... Да, нужна могут быть проблемы. Поэтому лучше, да, лучше с опекуном, конечно. Хорошо. Можете также проконсультировать среднюю стоимость бакалавриата, если, возможно, магистерской степени тоже, ну, то есть по программам? Да, я, по-моему, говорила, в ГИЗМе бакалавриат стоит 10 500 евро. За год, магистратура 15 500, и также мы предлагаем стипендию от 20 до 30%. Стипендии зависят от академических данных, да? Да, мы смотрим на среднюю оценку GPA, да, если это магистрант, либо в аттестате, и плюс студент пишет развернутое эссе, когда поступает, то есть почему он должен получить эту стипендию, его заявку рассматривает академическая команда, и после этого студенту присуждается стипендия. Замечательно. И стипендии только на основе академических показаний? Да. Да. Замечательно, спасибо. Так, вернемся еще немного. Пока что я свой вопрос задам. У нас обычно родители часто задают некоторые вопросы, конечно, да. Не стесняются. Насчет поддержки, вот, для иностранного студента, для казаха, я не знаю, для представителей СНГ, возможно, у них будут вопросы, как не местного, например, как зарегистрироваться на учебу, как эта система образования работает в Германии, да? Для меня, когда я был за границей, тоже были некоторые моменты шоковые, mm-hmm. как для иностранца. И есть ли в университете именно поддержка, как бы student advisor, counselor? Конечно, у нас есть Student Support Service, где студенты могут получить информацию по любым программам, по любому вопросу, который их интересует, потому что, да, у них чаще всего вопрос, как там продлить свою визу, mm-hmm. как открыть банковский аккаунт и так далее, это все очень сложно, поэтому у нас есть менеджеры, которые этим занимаются. Вообще, отличие частных университетов от государственных в том, что в госвузе, конечно, этот сервис тоже есть, но представьте поток в одной группе 300 человек, да, который сидит в этом большом лекционном зале, естественно, студенческий саппорт, он не справляется. В частных вузах, поскольку поток студентов меньше, нам проще с этим работать, поэтому каждый студент индивидуально получает помощь. Ну, вплоть до того, что у меня был мальчик из Казахстана, 16-летний, который абсолютно не понимал, куда ему идти, как ему продлить эту визу, он мучился там, ходил, и директор программы языковой сам взял его за руку, повел в миграцию, помог сделать. Поэтому мы, конечно, студентов не бросаем. Конечно, мы не можем контролировать абсолютно каждый шаг студента, но если ситуация такая, что студент никак не может самостоятельно справиться,
можем пойти с ним, разблокировать банковский аккаунт, там, помочь снять деньги и так далее. Но вообще сервисы все работают. То есть у нас есть отдельно accommodation service, есть student support service, visa service и так далее. Еще раз можете пройтись по датам, то есть дедлайны. Дедлайны именно на учебу и дедлайны на все остальные операции, такие как когда лучше податься на поиск жилья, да? В Германии вот в последнее время я слышал, очень трудно найти жилье. И когда вот студент не опаздывает на это? Смотрите, если мы говорим про наши программы на английском языке, да, бакалавриат, магистратура, у нас 4 интейка в год, то есть это сентябрь, январь, апрель и июнь. Можете подаваться, когда вам более удобно, но, конечно, из СНГ большинство студентов, 90%, подаются в сентябре, потому что заканчивают школу в мае. В среднем, когда вы получили аттестат в июне, в июле желательно уже записаться на визу, получить от нас все документы, и июль-август – это ожидание визы. Да? Если податься в июле, то в среднем, в середине августа виза выходит, и нужно сразу подать документы на поиск жилья, поскольку это может занять 2-3 недели. То есть у нас начало занятий 20 сентября, но максимум 1 сентября нужно подать документы на поиск жилья, чтобы мы успели это сделать. Если же это языковая программа, то здесь уже можно, в принципе, порасслабленнее себя чувствовать, потому что у нас каждый месяц начинается новый уровень, студент может двигать свою программу. Допустим, если вы к сентябрю визу не получили, можете просто программу подвинуть на октябрь. На ноябрь, на декабрь и так далее. Но здесь важно учесть для студентов, которые поступают в государственные учебные заведения, что в отличие от нас, в государственных учебных заведениях есть дедлайны, то есть подача на зимний семестр, когда учеба начинается в октябре, заканчивается 15 июля. То есть до 15 июля студент должен с нами закончить уже программу, да, выучить немецкий язык до B2 и подать документы. Второй дедлайн – это летний семестр, и подача на него закрывается до 15 января. То есть до 15 января также нужно получить сертификат, подать документы, и здесь учеба начинается у них потом в марте. Хорошо. А если вот, например, если взять школьника, который учится сейчас в 11 классе, у него, соответственно, нету диплома, сейчас подавать документы уже сегодня особо смысла нету, либо можно получить уже оффер. Вообще, было. Конечно, чем раньше студент это делает, тем лучше. Мы спокойно выдаем conditional offer, пока у студента нет там IELTS-сертификата, либо там аттестата и так далее. Но вот для студентов, которые учатся в 11 классе и планируют, например, поступить в государственный студент-коллег, для них есть хорошая возможность начать онлайн учить немецкий язык вместе с нами. То есть сэкономить время после школы, еще не тратить целый год на то, чтобы учить немецкий язык. У нас очень много студентов, которые сейчас учатся онлайн, то есть группы также набираются каждый месяц. Буквально в понедельник у нас стартовала ноябрьская группа, 6 декабря у нас будет группа стартовать декабрьская и так далее. Здесь преимущество в том, что студент к моменту окончания школы уже будет иметь на руках уровень B1, как минимум. То есть ему после школы язык нужно будет учить не 44 недели уже, а там 8 недель, да, выучить просто уровень B2. Это экономит и время, в принципе, и деньги на проживание во время языковых курсов. Поэтому студенты с 11 класса могут приступить уже сейчас. Очень хорошие отзывы про нашу онлайн-программу, несмотря что есть, конечно, скептики, которые относятся к онлайн-обучению не очень хорошо. Но в 2020 году мы вынуждены были все перейти на онлайн-обучение. Все наши студенты абсолютно... У нас было 65 студентов на курсе тогда из СНГ на языковых программах. И 63 студента после онлайн-программы успешно зачислены в студент-коллеги. То есть эффект хороший, да, от этого? Да, у нас поступаемость онлайн официальная 98%, что онлайн, что на кампусе. То есть онлайн у нас точно так же проходят занятия. Это не так, что там как-то с поблажками и так далее. То есть занятия проходят точно так же с понедельника по пятницу. По 4 часа в день студент занимается. Время занятий 9 утра по Берлину, то есть это 14.00 по Казахстану. Либо вторая группа, это 14.00 по Берлину. Это получается... 5, 6, 7, ну, получается 7 часов по Казахстану.
Еще один последний вопрос, если вы не против, я думаю, родителям будет интересно, как и самим студентам. Вы, когда говорили насчет бакалавриата, упомянули то, что на пятом семестре можно будет учиться в другом кампусе, да. В другой стране и так далее. Эта программа, она идет как бы уже готовая, то есть не нужно сдавать дополнительных тестов, либо дополнительных заявок, чтобы учиться в другой стране, либо практиковаться в другой стране, или она уже внедренная в систему? Дополнительные тесты сдавать не нужно, студент должен просто выбрать кампус университета, в котором он хочет обучаться, но, конечно, специальность должна быть одинаковая, да, это не должно быть так, что он учит у нас Data Science, но едет в другой вуз там на экономику, так, конечно, не получится, то есть это должна быть та же самая специальность, он просто подает заявку и едет на один семестр учиться в один из наших партнерских вузов. И он сам, да, выбирает? То есть... Да. И любой университет, то есть нет такого, что один университет принимает, а другой нет на ту же специальность, либо это просто свободный выбор студента? В принципе, нет, студент сам может выбрать, ему поможет с этим академическая команда, чтобы на семестр проехать поучиться, да. Хорошо, спасибо большое, на этом мои вопросы закончены. Да. У кого есть еще вопросы, задавайте. Вы можете мне, либо лучше, конечно, нашему партнеру, компании EduStudio, писать по поводу поступления. Я сейчас тоже в чат запишу наши адреса. И не забываем, да, про 20% скидку для тех, кто сегодня присутствовал на вебинаре. Спасибо большое, я думаю. Студенты и родители воспользуются этим. Всем участникам спасибо большое. Если у вас есть вопросы, давайте еще 3 минуточки побудем. Как раз будет и тогда 50 минут наш вебинар. Как погода в Германии? У нас сегодня, например, снег. Есть ли смысл? Германии. Ну, в принципе, достаточно тепло. В последнее время очень тепло. Я недавно с Айсифа вернулась, и было прям жарковато. Да? Ну, в плане не так, как здесь, да. У вас зима ярко выраженная, да? То есть... есть снег, да. Есть схожесть даже где-то, наверное, с Казахстаном. Все четыре сезона, да? Да, все четыре сезона, но единственная осень, она как-то... Такая долгое лето, и потом сразу как-то зима в середине ноября наступает. То есть нет такого прям промежуточного периода. Кстати, вот этим летом было прям очень жарко. Ну как, для немцев там 30 градусов, это все уже невыносимо. Для нас-то нормально, но для немцев тоже все, катастрофа. У нас появился вопрос. Можете, пожалуйста, вкратце объяснить ситуацию с вакцинацией? Как это работает? Нужен ли паспорт вакцинации? Сложный вопрос. Конечно, Германия пускает отрицательный ПЦР, пока пускает, но в этом случае студенты проходят 10-дневный карантин. Вакцину, в принципе, не обязательно, но мы рекомендуем, когда студент приедет в Германию, все-таки сделать одну из признанных вакцин. Признанные вакцины на данный момент Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. То есть ни Спутник, ни Газвак, ни Верасел и так далее, они не признаны. Дело в том, что, чтобы к нам на кампус приходить, студент должен быть либо вакцинирован одной из признанных в Германии вакцин, либо еженедельно сдавать ПЦР-тест. Поэтому, конечно, лучше по приезде студенту сделать вакцину, признанную в Германии. Еженедельно студент сдает ПЦР-тест бесплатно? До недавнего времени было так, но так. Теперь власти Германии сделали его платным для иностранных студентов. А вакцинация для студентов бесплатная. Да. У вас в кампусе, да, есть? Где можно? Да, у нас есть центр вакцинации, да, можно прийти получить. Мы ставим Pfizer. Pfizer, классно, спасибо. Мы вот тоже в Казахстане ждем Pfizer, надеемся, скоро прибудет. Ну да, все его очень ждут, потому что гораздо проще с этим путешествовать, ездить и так далее, поэтому да. Спасибо вам большое, Рената. Спасибо всем участникам, что были сегодня с нами. И хорошего всем вечера.
Участники, не забудьте, завтра в это же время мы встречаемся на этом же канале, то есть в 8 вечера. Все.